Вера девочка спокойная, добрая, ласковая, общительная, но если нужно, может постоять за себя. Говорит малышка пока еще мало, но легко находит контакт со взрослыми и сверстниками. Проявляет интерес к окружающему миру, любит рассматривать различные растения, насекомых. Нашей Вере 2 года 5 месяцев. Девочка находится в доме ребенка с рождения. Это жизнерадостная девочка, активная, а хорошо идет на контакт. К незнакомым взрослым относится с настороженностью, иногда их боится. Вера девочка самостоятельная, сама одевается, раздевается, умывается и кушает. Все свое свободное время проводит в кукольном уголке. Любит собирать всех ребят за столиком и угощать чаем. С интересом рассматривает книжки и с удовольствием слушает сказки, которые читает взрослый. Только вот живет такое сокровище пока не в семье. Но Верочка верит, что замечательные мама с папой ее скоро найдут и увезут в тот дом, где маленький одинокий птенчик станет чьей-то любимой дочкой. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская, 52А, телефон 306-906.